Что такое спорт? Для некоторых спорт – это ежедневные тренировки на пределе человеческих возможностей. Для других – это развлечение, хобби. Но лишь для избранных спорт – это жизнь. Именно к такой категории людей относится герой нашего сегодняшнего сюжета. Меня к спорту подтянул наш физрук Выков Рашид Владимирович. Почти, можно сказать, с третьего класса. Занимались сначала в маленьких весах, потом потихоньку поднялись в весу 56 килограмм. В данный момент я выступаю в весовой категории 56 килограмм. Меня это пока устраивает. В третьем классе учился я на уроке физической культуры. Заметил, что шустрый парень, выполнял все упражнения, подтягивания. Ну, физические качества хорошие были. Ну, я предложил ему заняться тяжелой атлетикой. И мы начали до 9 класса. Я тренировал его, выполнил кандидат мастера спорта. Родился Хазрет Хиштова Ауле Кашихабль. Учился он в второй школе и параллельно занимался спортом. Тренер Рашид Выков, разглядев в мальчике все способности тяжелоатлета, серьезно взялся за его физическую подготовку. Тренер дал для меня, в первую очередь, конечно, это здоровье. Во вторую очередь, он дал мне возможность показать себя. Он возил меня на все различные соревнования. Когда я здесь находился, я был в городе Белгород на первенстве России. Там немножко, не получилось, стал 6-м. Вот к этому он меня подвел. Теперь я уже нахожусь в сборной России. После окончания школы Хазрет продолжил свое занятие. Поступил в 79-й колледж на факультет физвоспитания в городе Майкопе. Учеба не мешает ему заниматься любимым делом. Недавно юный спортсмен принял участие в первенстве России по тяжелой атлетике и стал призером. Соревнования проходили в городе Владимир. Это было соревнование первенства России. Я стал 3-м на этих соревнованиях. Мне там очень понравилось. Конкуренция, конечно же, была. Но я всего лишь проиграл вторым. Хотел стать вторым, но не получилось. Проиграл лишь 1 килограмм. В следующем году собираюсь стать первым. Как уже буду делать тренировки, смотря на это, будет результат. Будет результат, будет место. Результата не будет, но постараемся, чтобы он был. Тренер и его воспитанник выражают благодарность за спонсорскую помощь для поездки на первенство главе района Зауру Хамирзову и спорткомитету. Тот, кто трудится и всегда добьется успеха. Также и Хазрет, он уверенно и твердо идет к своей цели. У спортсмена на будущее большие планы. В данный момент я собираюсь выступать на ЮФО в городе Майкопе. После этого, скорее всего, поеду на сборы. На будущее готовимся в ноябре к первенству России. После этих соревнований, конечно же, хотелось бы поехать на Европу или на мир, как получится. И, конечно же, дальше по спортивной дорожке хотелось бы подняться. Здоровым будешь, все добудешь, гласит народная мудрость, с которой нельзя не согласиться. Забота о своем здоровье – это долг и обязанность каждого человека. Так считает Хазрет. Я бы пожелал, чтобы они подтягивались к спорту, занимались здоровым образом жизни. Можно заниматься всем, чтобы было здоровье самое главное. Пожелаем спортсмену больших побед в его нелегком поприще.